И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и я, ребята, очень приятно удивлен. Совсем недавно я решил открыть свой ролик под названием «10 вещей, которые убрали из Minecraft Pocket Edition». И вам он довольно-таки сильно понравился, там очень много лайков, просмотров, и я подумал, а почему бы еще не сделать ролик по Pocket Edition, а именно топ. Я, ребята, вам представляю топ-5 вещей, которые убрали из Minecraft Pocket Edition. И, ребята, если вы играете в Pocket Edition, ну, то есть в Minecraft мобильной версии, напишите об этом в комментариях, мне будет интересно посмотреть, потому что я особо никогда так сильно не играл в Pocket Edition и думал, что вообще мало кто в него играет. А оказывается, нет, вас довольно-таки много. В общем-то, если вы играете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, ну а мы начинаем, и, ребята, не забудьте поставить лайк. Чем будет больше лайков, тем будет больше видео, больше топов, и вообще ролики мне будет выпускать приятнее. Заранее спасибо. Первое, о чем я хочу вам рассказать, это гравий в деревнях. Как вы знаете, дороги в деревнях сделаны из гравия, и в Minecraft Pocket Edition было то же самое. Но совсем с недавних времен гравий заменили на вскопанную землю. Сказать честно, это изменение довольно-таки крутое. Новые дороги в деревнях выглядят, по моему, конечно же, мнению, гораздо круче. Ну а вы можете написать свое мнение в комментариях к этому ролику. Следующая вещь, которую убрали из Minecraft Pocket Edition, это камера. Да, я тоже был в шоке, я не знал, что она раньше была. Я безусловно согласен, что возможностей у этой камеры было совсем немного. Она могла лишь делать скриншоты. Но все же, это довольно-таки крутая вещь. Разработчики посчитали, что скриншоты можно делать и без камеры, поэтому и убрали ее из игры. Но я все же считаю, что это не совсем правильное решение. Также, ребята, адский реактор был убран из Minecraft Pocket Edition. Я уверен, что некоторые из вас даже не знают, что это такое. Давайте я вам расскажу. Этот реактор строился вот таким вот образом. И он спавнил такую сферу из адского камня вокруг, в которой спавнились зомби-пигманы, и это было что-то вроде упрощенной версии ада. Мне этот реактор очень нравился. Он очень круто выглядел, и сама адская сфера, которая спавнилась после активации, и снаружи, и изнутри, выглядела неплохо. Не знаю, почему ее убрали, но мне очень жаль. Следующая вещь, которую убрали из Minecraft Pocket Edition, это камнерез. Я не знаю, как это точно перевести, но в английской версии этот блок называется Stone Cutter. Дело в том, что в обычном верстаке в Minecraft Pocket Edition нельзя было скрафтить некоторые блоки. Например, каменный кирпич, блоки андезита, гранита, обычный кирпич и так далее. Все это можно было скрафтить в этом Stone Cutter. Но теперь, ребята, его убрали. Но он до сих пор есть в креативе, но теперь он используется только для декора. Такие дела. И последняя вещь, о которой я вам хочу рассказать, это розы. Синие розы в Pocket Edition были раньше эквивалентом красных розочек из обычного Майнкрафта компьютерной версии. Но потом синие розочки были убраны из Minecraft Pocket Edition, как и красные в ПК-версии. Кстати, если вы помните, я о них рассказывал в одном из своих прошлых видео. Ну и в итоге вместо синих розочек добавили мак, как собственно и в ПК-версии. В общем-то, ребята, это все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк, и скоро будет новая серия про топы в Майнкрафте. И если, ребята, вам нравится именно Minecraft Pocket Edition, я могу выпускать иногда ролики и по нему. Да, но это если мы наберем много лайков, и вы напишите в комментариях, что вам нравится Pocket Edition. Лично мне нравится делать по нему ролики, потому что это довольно-таки все новое, потому что я играл в этот Pocket Edition очень-очень мало, и для меня это тоже все в новинку. Ну а с вами был Жека, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, вступайте в группу, добавляйте меня в друзья ВКонтакте, я добавляю, ребята, 10 самых активных подписчиков каждую неделю, так что, ребята, дерзайте. Ну а с вами был Жека, до новых встреч, ребята, всем удачи, всем пока.